Приветствую, мои дорогие друзья и гости моего YouTube канала. У нас очередное видео с обзором монеток, которые продаются, будут продаваться в моей группе в Фейсбуке. Ссылочка будет под видео. Не забываем поставить лайчики, подписаться на канал. Будет очень много видео как с монетами, так и другими всякими видео темами. Итак, у нас сейчас на представление 10 песо Чили. Гурт у нас на всех монетах ребристый. Вот здесь у меня вот такая вот подборочка. Можно собрать поготовочку, то есть 2013 год в неплохом состоянии. Так, дальше у нас песо 2012 года, песо 2013 года, 12 год, 10 год, 12, 7 и 10 год. Вот такие у нас кучка монеток. Будет продаваться в группе в Фейсбуке. Можно будет зайти и заказать. Достаточно будет поставить плюсик и написать в комментарии «беру», тогда монетка ваша. Только фиксированная цена. Так, на следующие 10 форинтов. Вот такие 2007 года. Гурт. Такой вот прерывчатый, реферистый. Вот. Таких вот 10 форинтов. Следующие наши монетки. Это у нас монетки Бельгии. Гурт у нас гладкий, как видно. Так, года у нас 91. Так, следующий у нас Бельгия 1990 год. Бельгия 1990 год. Монетки в неплохом состоянии. Можно себе приобрести себе в коллекцию. И 91 год. Следующая наша монетка предоставляется. И будет на продаже в группе. Это у нас Гонконг. 20 цент. 20 центов 95 года. Вот изображение такого цветка. Город у нас гладкий. Такая вот волнистый. Красивая, прикольная монетка. Можно будет купить в группе ВКонтакте. В Фейсбуке. Так, следующие наши монетки. Это тоже у нас монетки Бельгии. Альберт II. Гурт у нас ребристый. Монеты Бельгии. 1 франк. 1 франк. Год у нас 94. 94. 95. И такой что-то не ходит. Вот, 96 год. Вот такие вот монеточки у нас будут продаваться в группе в Фейсбуке. Можно будет зайти и заказать. Так, вот такая вот у меня количество. 2 форинта. Вот. Вот большое количество монет. Вот. У всех их показывать не буду по годовку. Можно будет два форинта. Угорщина 89, 72. Короче, большое количество монет. Может, кого-то интересуют определенные года, пишем, посмотрим, скину фотографии всех монет. Ну, буду про них указывать, я много не буду. Гурт у нас у всех монет гладкий. Вот количество их. Ну, вот здесь вот штук, наверное, может, до 20 будет. Будут выставляться. Конечно, монеты такие вот покоцанные. Вот. Вот такие вот будут выставляться на монетки в группе в Фейсбуке. Так, следующая у нас монетка. Это у нас будут юбилейные российские монетки. Вот.
10-рублевки. Вот у нас их монет. Такое вот ребристо-прерывчество, что-нибудь портирное, как он там. Так, города воинской славы. Петрозаводск, такая вот монетка. 10 рублей 16 года. Так, Дмитров, такая вот, 10 рублей 12 года. Да, города воинской славы. Следующий у нас города воинской славы, да, города воинской славы. Ну, Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский 2015 года, 10 рублей. Так, ну, конечно, монетка такая, как бы, конечно, ее выпустили, то есть слова у меня нету. Вот, про нее комментировать ничего не буду, сами все видите. То есть монетка, которая противоречит всем. Может быть интересная в коллекции кому-то. Так, Феодосия, города воинской славы 16 года. И тоже города воинской славы, Петрозаводск, 16 год. Такие вот монетки. Большое у нас количество. Один пфенинг, тоже про все их показывать, рассказывать не буду. Года разные. Вот, состояние неплохое. Каждую монетку это очень будет долго. У нас на всех монетках гладкий курт. Монета. Ну, одну дохтану покажу. Вот. Один фенинг. Такая вот монетка интересная. Вот видите, пополам она такая, типа медная пополам. Это цинковая. Какая? 73-й год. Республик Deutschland. Такая вот у нас монеточка. Можно будет зайти в группе. Фейсбуки будут предоставлены. Так, следующее, что же у нас можно еще показать. Это у нас такие монетки. У нас Японии. Алюминиевая. Сейчас достану. Года, конечно, вычислить здесь у них очень уж сложно. Вот по этим иероглифам надо вычислять. Кто хочет, есть время, можно будет посидеть, поизучать гайда по этим иероглифам. Такая вот алюминиевая монетка Японии. Вот у нас гладкий. Вот, состояние нормальное. Можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Вот тебе в коллекции. То есть у меня их здесь много. Приблизительно до десятка. Это можно будет заказать. Монеты есть в наличии. Переходите по ссылочкам в описании. Так, монетки у нас Канады. Тоже такие вот интересные монеточки. Так, 1 цент. 1 цент Канады. 82. Вот тут изображено. Это 98 год. 97 год. 82 и 2000 год. 1 цент. Вот такие вот у нас центики канадские. Так, следующий у нас 1 цент Америка. 1 цент американские. То есть можно, конечно, посидеть, поизучать годовочки. Я их не изучал, не коллекционирую. То есть попались мне когда-то. Так, ну что, пройдемся по годам. 2002. Второе изображение вот такое вот. 1 цент United States of America. Вот, второй у нас 96. In God we trust. United States of America. 1 цент. 94. Это вот отличный, прикольный, блестящий. 1 цент. 91. 69, может быть такая интересненькая. Вот. 82. 97. Так.
84 год и 96 год, 1 цент. Такие вот у нас монеточки. Можно привести. Так, что же нам еще сказать? Нет, у них много. Одна, вторая. Она новый пенни. Одна, вторая, новая пенни. Борт у нас гладкий. Вот. Изображение Елизавет II. Такая вот монеточка. Можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Красивенькая, симпотненькая. Так, следующая наша монеточка. Это у нас. Так, вот такие вот японские тоже монеты. Вот. Тоже года вот эти вот по иероглифам изучать нужно. Я, честно говоря, не изучал, не знаю. Вот такие вот они симпатичные монеточки. Можно будет зайти и заказать в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании, как обычно. Так, что у нас еще есть? У нас есть итальянские монеточки. Живейший. Не стали идут, если не ошибаюсь. Так, гурт у нас ребристый. Вон видно. Так, 50 лир. 1918 года. Республика Итальяна. То есть монетки уже, в принципе, они не чеканятся. У них там ходят евроценты. Вот, так что может кому-то подойти. Кто-то собирает продовочку. Может кому-то пригодятся в коллекцию. Так. Ну и наши последние. Или нет, еще есть одна монеточка. 5 центов. Евроценты. По-моему, у нас Эстония, если я не ошибаюсь, 2011 года, город гладкий, еще 5 евроцентов, вот такая, Нидерланды, написано Нидерланды, 5 евроцентов и 5 евроцентов, тоже у нас Нидерланды, такие вот монеточки у нас в коллекции. Так, и последняя монетка у нас. Последняя монетка. У нас вот такая вот, испанская. 5 ТАС, там написано. Вот гурт гладкий. Год у нас 1998 год. Испана. Испанская такая вот монеточка, симпатичненькая, небольшая. Может кому-то пригодится в коллекцию. Ну что ж, на этом будем заканчивать видосик. Всем благодарю за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайки, писать комментарии, заходи в мою группу в Фейсбуке. Всем до новых встреч, всем пока.